Сотни спасателей направлены в японский город Осаки. Его стремительно затапливает после прорыва дамбы. Люди ждут помощи на верхних этажах домов. К терпящим бедствия добираются на резиновых лодках и вертолетах. Небывалые ливни в Японии не прекращаются уже четвертый день. В нескольких префектурах объявлен режим особой тревоги, что бывает крайне редко. Выпало 600 миллиметров осадков, больше половины от среднегодовой нормы. Жертвами стихии, по последним данным, стали 3 человека. Растет число пропавших без вести. Неизвестна судьба 25 жителей Дзёса, где накануне защитные сооружения также не выдержали напора воды. Из-за ливней приостановили работу 3 завода концерна «Тойота». Число тех, кому рекомендовано покинуть свои дома, приблизилось к 1 миллиону.